сьогодні з вами поговоримо про такі теми, як про професію шахіста, взагалі, що це таке, як це, які плюси, які мінуси, про те, чому шахи – це спорт, і чому для шахістів фактично важлива фізична підготовка, про роль тренера в житті спортсменів, особливо шахістів, а також про те, як готуватися змагань, які методи підготовки. І сказати немножко об особливості женських шахів. Они все-таки отличаются от мужских. Вот как по-вашему? Ну, как-то так сложилось, что шахматы все-таки считаются более мужским видом спорта. Это какая-то стратегическая игра, стратегическая борьба и для девочек. Ну, это просто, может быть, просто менее интересно или труднее заинтересовать девочек в этом плане. Но да, девушек становится играть больше, и это здорово, потому что мне кажется, что шахматы одинаково полезны как мальчикам, так и девочкам. И если будет побольше вот женских турниров, если побольше девчонок придут в шахматные секции, тем больше будет конкуренции. Это безусловно событие, я думаю, все молодые шахматисты возьмут и имеют опыт. Анна успела рассказать сегодня на лекции о том, как она готовится, какие программы пользуются, чем она занимается. Это большой импульс для всех, не только молодых, но и шахматистов, которые сильно играют в шахматы. Я думаю, что это придаст для Днепра большую такую, я считаю, эмоциональную хвылю, волну. Романская Мария, Семен Фокела, Колоско Николай, Тищенко Анна, Троянова Полина. Это даже не вкусно.